Гастрономический праздник и открытие нового супермаркета «Азбука вкусов» в Петербурге сопровождалось кулинарным поединком семьи Виторган Собчак и Ургант Старшего. Событие это вызвало мощный ажиотаж у прессы и клиентов супермаркета. Ксения, прошу я, пожалуйста. Чем угостите Владимира Владимировича? Судя по сегодняшней пресс-конференции, ему надо дать мягкие игрушки, да. С которым мы затаив дыхание наблюдали, он уже придет к нам. Атмосфера праздника была настолько легкой и располагающей, что протестировав приготовленную пищу, наша молодежная медиагруппа решила поболтать с героями вечера эксклюзивно. Начали со старшего. Вы в кадре со мной? Ну да, хорошо. Хотелось бы. Ну просто я обращаюсь к кому, так будет плохо по... Я буду в профиль все время. А, ну хотите, вы отвечайте туда, а я буду тут стоять просто и все. А с кем же я буду разговаривать? Ну как бы с камерой. Хорошо. Да, да. Здравствуйте, Андрей. Расскажите, пожалуйста, чем вы обычно питаетесь дома и какие у вас любимые домашние блюда? Можно контрвопрос сразу? У вас такой роскошный акцент. Это что, откуда он взялся? Скажите. Украина, не более. Прелестно. Киев мой любимый город. Из Киева я всегда приезжаю. Вот неделю в Киеве, да, ровно на 7 килограммов поправляюсь. По понятным причинам. Потому что готовят там вкусно. Что еще раз? И еще раз вопрос. Что? Что вы обычно готовите дома и какие у вас любимые домашние блюда? Я обычно готовлю дома то, что я покупаю в магазине. Когда приходишь в такой магазин, как «Азбука вкуса», глаза разбегаются, потому что, особенно когда голодный, начинаешь скупать все подряд, вы понимаете, что это такое, да. И дальше с этими баулами, с едой приходишь домой, и надо же все это готовить. Но, как правило, мои приятели, у них прям какое-то инстинктивное чувство. Они прям знают, когда я готовлю, и всегда набивается полный дом людей. С годами, конечно, все реже и реже, но раньше было именно так. Особенно, когда корюшка идет, есть такая рыбка наша, санкт-петербургская, ленинградская. Так что я готовлю все, вот что глаза видят, из этих продуктов я и готовлю. Прекрасно. Тогда скажите нам, пожалуйста, кто вы считаете все-таки главный на кухне, мужчина или женщина? Я бы не расставлял приоритеты. Ну, а если уж так прямо поставлен вопрос, я считаю, что женщина вообще главное существо. Это да. Поэтому то, хоть на кухне, хоть в душе... Хоть в библиотеке, хоть в постели, хоть у детской колыбели, все равно женщина тоньше, умнее и менее защищенное существо, чем мужчина. Мужчина примитивный, у мужчины все снаружи, а у женщины все внутри. Женщина тонкий организм. Поэтому, несмотря на то, что среди женщин иногда встречаются очень... странные и недобрые существа, все равно я всегда стараюсь их оправдывать и стою на их стороне. Поэтому на кухне главное все равно женщина, а готовит мужчина вкуснее. Ксения в тот вечер тоже была в отличном расположении духа. Сегодня мы все наблюдали, как вы умеете и любите готовить, и после этого вы еще скушали кексик. Возникает такой вопрос. Как вам удается держать такую прекрасную форму? Да уж. Простите, а ко мне у вас нет такого вопроса? Вы знаете, даже не знаю, что вам сказать. Мне кажется, что важно, чтобы энергия расходовалась где-то в другом месте. То есть, если на кухне поел, то значит где-то... Уже понятно, да. Уже понятно, что ты имеешь в виду, да. Понятно. А тогда такой вопрос. Очень хорошо, когда в жизни есть любовь к еде, и это приносит много удовольствия. Но есть еще важная неотъемлемая часть жизни, как духовная пища. Расскажите, пожалуйста, про эту часть вашей жизни. Вы знаете, мне кажется, смысл жизни, как говорил Жиль Делёс, лежит в стремлении к воспроизводству в постоянно меняющемся матричном социуме развития. Поэтому, мне кажется, разговор на эту тему может получиться долгим и с вами очень интересным. Предлагаю продолжить после программы. Ну, расскажите хотя бы, потому что у нас телеканал об искусстве нам очень важно. Какие фильмы, выставки или, может быть, что-нибудь такое подобное произвело на вас наиболее мощное впечатление в последнее время?
Ну вот мы были совсем недавно в Доме фотографии в Москве на Остоженке на замечательной выставке Russia in Vogue с фотографиями различных фотографов, знаменитейших от Ди Маршелье до Ани Лейбовиц, Элен фон Унверт и прочих других, которые вот показывают, можно сказать, всю нашу страну через объектив этих фотографов, через моду, как менялась страна. Мне очень эта выставка понравилась. Также замечательную посетили выставку коллекции Дэмиана Хёрста. И последний вопрос, а можно сделать с вами фоточку на Инстаграм?